Тебе уже надоели нубы, ливеры и фидеры? Выход есть! На сайте anylevel.com вы можете купить аккаунт Dota 2 с любым рейтингом, данные от которого вы моментально получите на свой email. А также вы можете заказать буст рейтинга для своего аккаунта с возможностью онлайн-контроля заказа прямо на сайте. anylevel.com. Для подписчиков канала скидка 7% по промокоду PAPICH. У меня уже есть 8 гиг памяти, наконец-то. Потому что я был как бомж с 4 гигами в 2014, представляете? И поэтому мне надо было во время стрима закрывать вообще все. Потому что иначе у меня бы лагало, если бы я не закрыл все. Мне даже было браузер закрывать, представляете? Мне надо было закрывать Chrome, потому что если там куча окон в Chrome открыта, то мне начинает лагать со стримом. Потому что у меня было 4 гига памяти. Это просто смешно, согласитесь. Но теперь у меня 8 гиг. Я надеюсь, Фускар пойдет фармить на бот, потому что это луз. Я просто ничего не сделаю. Фускар это, блин... Стоять на линии против Фускара это то же самое, что сосать хуй. Очень тяжело. Нереально вообще. The battle begins. Nice one. Gotcha. Double damage. Go on. First blood. First. Ой-ой-ой-ой. Easy! Просто easy. Это очень важный крип. Это супер важный крип. Yeah, wait. Just... Я же сапога нету, дружок. Что ты делаешь? Надо купить орбов пена, буду его гонять. Молодцы, молодцы. Мне очень надо... Ой, хорошо, 8-я минута, даггер! Ой, хорошо. Главное это идеально играть. А там похуй. Можно против всего выиграть, даже против Дума, блядь. Когда тебе Фускар не давал вообще ничего на линии. Без ошибок, спокойно. На изиче. Кто знает, у нас только героев убивают всех. А я вижу Дума, я боюсь просто туда пойти. Против Дума. Отлично, отлично. Получаю деньги, получаю фраги. Это очень важно. Почему ветка несется, блять, они... Вы что, дебилы? Ветка несется. Как это? Я же... Переконтролили, блядь, на ветку. Ебанутые на всю голову, хуесосы. Что значит Wave of Terror cooldown? Ты что, долбоёб? Куда ты его юзал? Если Doom, конечно, такое не сделал. Чё меня сейчас убить. Бля, хуй знает. Где Doom? Где Doom? Где Doom? А вон он. Я хочу идеально отыграть. Ноль ошибок. Ноль. Потом буду команду обменять на изичу. Бля, пошел сюда, я боюсь. Вот, иллюзии мои, вот вы пофармите. Вам похуй. Я бы даже послал одну иллюзию фармить, чтоб наебать, но одна иллюзия хуёво фармит. На самом деле. Так, мои там убивают без меня, то я пофармлю лучше. Соло. Чисто. Чисто, чисто! Изи. Изи добил там на иллюзиях. Ха! Так, на Сидум прыгни на меня сейчас не похуй, мои союзники меня спасут. Правда? Правда, гайс? О, давайте думай, ебать! Нет, это анигма. Куда? Ты уже умер, друг. Не, фраг тебе не дам, Макс, извини. Мне нужны деньги. Бля, идеально играю. Кайф. 5-0-2. Против такой линии, это жесть. Просто все заебись. Ну, команда, конечно, у меня хорошая на этот раз. Но она должна быть хорошая, как я могу сам что-то сделать?
Когда у тебя линия хуевая, и ты не получаешь никакого фарма, то очевидно нужна хорошая команда, иначе как иначе, по-другому. ФБшка, то, что я ФБ сделал вначале, очень зарешало. Хотя Кубан Питте пытался заруить мне ФБшку. Кто не видел, короче, я делаю паунс на Джакира, а Кубан Питте станет, не дождавшись окончания паунса. Ну, блять, ну это лоу скилл, конечно, он старается. Это лоу скилл, но он старается. Главное, что он старался, собственно. Похуй, что лоу скилл. У него 1-2-12, нормально. Даже если человек low skill, но если он старается выиграть, это очень хорошо. Это намного лучше, чем, не знаю, чем mid skill, который не старается выиграть. У них всех БКБ, жесть. Да я зря напал, наверное. Я ждал, что Акс будет как-то порасторопнее, на самом деле. Я умер. Что мне купить, наверное, это лучше. Не, это. Чё там голос? Вы что, дебилы? Вы меня отпустили? Как тут можно было выжить? Как? Нахуй вы в доту играете, ау? Зачем вы в доту играете, ребята? Вы нулевые? Как мне можно было тут отпустить? Как я мог выжить? Вы чё? Вы чё, реально все такие нулевые там? Теперь я понимаю, почему я выигрываю. Там противники, походу, вообще ДЦП. На меня кинули дум, и меня окружают 5 героев, и я выжил. У вас что, ДЦП? На рыльничах? Просто выжил. 5 героев, похуй, не проблема, выживаем. Бля, я сначала волка убиваю, давай без хуйни. Твоих собак буду уничтожать, а потом тебя. Убил, блин, собаку ему. У меня тяги с ней похуй. Это конец. Это ГГ. Это изи. Вот какая игра бывает, когда ты идеально отыграл, и твоя команда хорошая, более-менее. Главное самому за собой следить. Когда ты сам хорошо играешь, то все как бы удачно складывается. Зачастую. А если ты, вот тебя разозлили, и ты как-то злой уже, и ты хуёво играешь, то... Бля, меня кто-то заблочил, на лапу. Просто вот я такое удовольствие сейчас получаю. Я идеально играл, у меня вот 7-0-9 против линии Хускар плюс Джакир. 1-2 против них. У меня 7-0-9 и слоты, и все, блядь, просто заебись. И мы выиграем вообще с разгромом. На изичу. Просто загрыз, блядь, по бедняжку. Сейчас Акс рычит без повода. Там что, драк? О, думочек потратили. Не радует этот дум. I said good day, sir! Godlike. Изи для меня. Как для повелителя этой игры. Кайф. Победочка на изичке. Как это так прыгнул, что не попал в... Чё, и промахнулся, блядь, штрафу. Ой, вам. Бля, мне не получается имитировать смех Славка. Чё за хуйня? Бля, не просто не получается. Уже второй раз пробую. Это хуйня. Ну, бля, вот ещё! Кто это ропит? Бля, ну у меня было 0 смертей. Идеальная игра. Чё я сделал? Бля. Внезапно он всю игру играл хуёво, и он решил моментально дать Level Death на линку, и моментально просто, чисто моментально.
А всю игру игра хуёва. Внезапно он решил все. Все, пора заканчивать. Теперь я научился играть. Мега Крипс. Бля, ну обидно, играл идеально и взял и умер зачем-то. Ну зачем? Ну вот зачем я это сделал? У меня не раз такое бывало, еще в первой доте я... Допустим, играю в первой доте за Ксина, у меня счет 20-0, там, не знаю. А потом я иду и умираю в конце игры два раза под фонтаном, или три. Или за скелета то же самое, счет типа там вообще пиздец космический. Я иду под фонтаном, дохну. Даже с рефрешером. Хуй знает, зачем я это делаю. А здесь, блядь, почти то же самое. Я обиделся на Дума. Хотя ладно. Фри ПТС. Плюс 25 легчайших ПТСов. Very nice! Очередная хай ПТС-ка, отка, заметьте. Что-то меня стало кидать вообще в игры космические. 5800 немного. Ну вот, 5775, это самый низкий. У нас Акс все продал. Что это за мода в конце игры просто продавать все, что-то долбоёб? Рофлишь, типа, или как? Ты себе ГПМ понижаешь, насколько я знаю, если ты все продаешь. Если не ошибаюсь. Я хуй знаю. Разве у Акса ГПМ больше, чем у меня? Какие митные? Сомневаюсь. Ладно. Ладно. Сделаем скриншотик. ХППС игра все-таки. Легчайшие 25. Хорошо сыграл. Все. Пока все. Удачи.